Уже 5 компаний объявили о намерении выпускать карты памяти QuickXpress 2.0. Накануне недавней выставки КП плюс организации Compact Flash Association была представлена спецификация QuickXpress 2.0, в которой закреплена максимальная теоретическая скорость 4000 МБ в секунду. Кроме того, спецификация включает 2 новых форм-фактора сменных носителей для профессиональных и промышленных рынков. Теперь в спецификации определено 3 форм-фактора: Type A с одной линией PSI, Type B с двумя линиями PSI и Type C с 4 полосами PSI. Наличие 3 форм-факторов позволяет QuickXpress 2.0 точнее соответствовать требованиям различных рынков, сохраняя единый электрический интерфейс и протокол. Все форм-факторы используют интерфейс PSI Gen 3 и протокол UNXpress 1.3 с командами фиксированной длины, эффективной моделью очередей и очень быстрым доступом к PSI без кэширования каждой команды. Как мы уже сообщали, продажи карты памяти QuickXpress Type B, обеспечивающей скорости чтения и записи до 1700 МБ в секунду и 1480 МБ в секунду соответственно, анонсировала компания Sony. И это не единственный производитель, поддержавший новый форм-фактор. По подсчетам источника, уже 5 компаний сообщили о намерении выпускать карты памяти QuickXpress Type B. Это Belkin, Lexar, Prograde, Sony и SanDisk.